Ми продовжуємо нашу конференцію. Зараз буде доповідь від Антона Мужайло. Він Quality Architect у GlobalLogic, ISTQB Certified Test Manager. Він співавтор двох сертифікованих ISTQB повноформатних курсів з тестування. Кращий QA-спеціаліст 2019 року за версією IT Awards. Та Антон має 10 років досвіду в індустрії забезпечення якості програмного забезпечення. Тож, яку доповідь він підготував, це «How to sell your testing services». Запрошуємо Антона в наш ефір, на нашу віртуальну сцену, під ваші гучні віртуальні оплески. Супер! Антон, всім привіт! Привіт! Дякуємо, що підготувалися до нашої конференції, дякуємо, що погодилися виступити. Бажаю успіхів у доповіді зараз і побачимося вже на питаннях після доповіді. Хорошо, договорились. Всем спасибо, всем привет. В общем, сегодня будем говорить о такой очень необычной теме. Необычный, потому что я подобного не видел еще. Вот, и постарался свой последний опыт перенести на презентацию. Рассказать о таких, скажем так, корнер-кейсах, ситуации, когда вам нужно, собственно говоря, продать услуги по качеству. В вашей компании, в вашей лично, в определенных ситуациях, эта тема очень довольно горяча. Прежде всего хочу сказать, что в слайде, который были, там была ошибочка, меня зачислили в Playtech, вот, но это не совсем так. Вот. Я все еще GlobalLogic, вот, в добром здравии, вот, и всякое такое. Вопросы, пожалуйста, задавайте, если вам интересно, я выделю достаточно времени для того, чтобы их рассмотреть. Итак, поехали? Поехали. Хорошо. Кто я такой, что я делаю? Последние два года я занимаюсь больше такими стратегическими вещами. Участвую в пресейлах компании GlobalLogic. Занимаюсь как бы дизайном и разработкой solution'ов в качестве для наших клиентов. Координирую также наш Center of Excellence по качеству. Также называется у нас он Quality Practice. Также занимаюсь разными ассессментами, advisory. Обучаю людей, вот, и вообще я очень все это люблю, мне это все очень нравится, вот. Мы чуть по таймингу опаздываем, но ничего страшного. Кстати, скажу сразу, мне очень понравился опросник от Sigma. Там такой вот хороший мачурный опросник с интересными вопросами, вот, как раз за то время, когда у меня было, минут 10, вот, разобрался, рекомендую. Итак, собственно говоря, что же означает продажа тестовых сервисов. Кому это вообще может быть интересно и какой в этом вообще смысл? Во-первых, рано или поздно люди дорастают до позиции консультант, да, то есть человек, который предоставляет какие-то услуги в консалтинге. Его задача не только ответить на вопрос, его задача решить проблему клиента и помочь, собственно говоря, своей компании, либо же помочь себе продать клиенту какие-то услуги в области тестирования, да. То есть консультанты всегда, они продают свои услуги, потому что, ну, они на этом живут, это их главная роль. Также очень важно, это должно быть интересно для разных тест-менеджеров, потому что тест-менеджеры общаются с высшим руководством, и всегда они понимают потребности в некоторых задачах, в некоторых конкретно моментах, и поэтому им нужно это продать топ-менеджменту для того, чтобы это использовать. Таким же образом это полезно представителям компании, которые участвуют в разных пресейлах, когда на первоначальном контакте, когда после того, как сейлы пообщались, после этого встречается такой на небольшой технический колл, где представитель компании, инженер, представляет услуги своей компании, рассказывает о своей компании, показывает преимущества и отвечает на вопросы со стороны клиента для того, чтобы компания понравилась и произошло дальнейшее взаимодействие. И также это будет полезно фриланс-специалистам, вот, особенно полезно, поскольку они занимаются продажей своих же услуг. Вот. Вы знаете, вначале, когда у меня появилась эта идея, у меня
дека была очень большая. Ну вот, вот в этой деке 25 слайдов, а была она у меня где-то под 40. Вот, там много было, много информации. Достаточно было сложно это все собрать в кучу, если честно. Но все-таки получилось то, что я хочу, чтобы вы это увидели и прослушали. Итак, что же важно? Главная проблема, которая, или список проблем, которые вы можете встретить на своем пути. И, естественно, я в этом докладе сделаю все, чтобы вы не наступали на мои грабли, потому что мне учиться было негде на самом деле. Вот, то есть многие вещи я наступал на грабли сам, на самом деле. То есть у меня погружение было моментальное. То есть привет, вот пресейл, вперед, нужно вот это вот. Поэтому в докладе, опять же, я расскажу о том, как это все происходило. Итак, что, собственно говоря, описывает проблему? Во-первых, часто мешает продаже ваших услуг нечеткий список ваших сервисов, ваших предложений, услуг, которые вы делаете. Нечеткий означает то, что на вашей презентации может быть список каких-то моментов, вот, вроде бы все для вас понятно, красиво, но для клиента, для него непонятно, какой бизнес-вэлью каждая активность, например, что это дает, сколько это стоит, какие проблемы это решает, какова гарантия то, что применение вот этого подхода решит мои проблемы и так далее. Это первый момент. Второй момент – это неизвестный upsell space. Что это означает? Означает то, что если вы не готовы к апсейлу, это очень ограничивает вашу, как бы вашу возможность. Что такое апсейл? Это возможность допродать что-то еще. Да? Клиент хочет у вас заказать автоматизацию и говорит, что мне больше ничего не нужно. Хотя на самом деле, задавая правильные вопросы, можно понять остальные проблемы и предложить комплексное решение, предложить что-то еще, помимо автоматизации. Третий пункт – это размытый подход. Когда ты предоставляешь услуги, ты должен заранее знать конкретно, как это происходит. Каждый сервис, каждая активность, которую ты продаешь, она должна быть описана заранее по какому-то формальному подходу. И должно быть четкое понимание, что мы это делаем вот так постоянно или делаем это вот так. Потому что, когда возникают вопросы во время звонка, и клиент задает вопрос, а как вы это делаете, расскажите, становится видно по вашему диалогу то, что вы не знаете. То есть вы придумаете на ходу, и это плохо заканчивается. Дальше сложность в демонстрации бизнес-вэлью. Как мы прекрасно понимаем, вот был прекрасный доклад по импровменту тестовых процессов. Вот, и очень важный момент в том, что импровить можно вечность, импровить можно сколько угодно. Да? И всегда импровмент нужен. Вопрос в том, что насколько он уместен, потому что improvement – это косты, это стоимость, это деньги, это время, это effort. Плюс это риски, потому что improvement тянет за собой изменение процесса и так далее. И далеко не факт, что что-то там не сломается. Поэтому каждый improvement, каждая активность должна нести бизнес-value, которая должна с головой перекрывать все инвестиции, которые в нее вложены. Это тоже очень важно продемонстрировать клиенту. Также существует проблема в людях. В людях, которые смогут это сделать. На самом деле так и есть. Когда как бы очень давно эта дисциплина, то есть дисциплина вовлечения технических специалистов в пресейлы, когда она развивалась, на самом деле очень малое количество людей могли это сделать. Да? Что значит сделать? Это красиво, понятно презентовать, разработать правильные слайды, ответить внятно на вопросы, структурированно, вот, и показать свою компетенцию. На самом деле здесь требуется очень такая серьезная связка технических и софт-скиллов. Вот, об этом мы еще поговорим. И, конечно, в конце концов, если вы продаете сервисы от вашей компании, да, с внешним клиентом, вам нужна какая-то организация по качеству. Что такое организация по качеству, мы тоже рассмотрим, но в целом, если вы видите эти все проблемы перед вами, вы можете понимать, что что-то не так, нужно что-то изменить. Таким образом, эти проблемы мы сегодня постараемся с вами решить, и я постараюсь поделиться с вами идеями, какими-то примерами, какими-то подходами, как их все решать.
Что же касается сервисов, вот это пример, который вы видите, это список примерных сервисов, которые может, допустим, предоставлять какая-то компания. Это не полный список, сюда можно добавлять множество. Я просто привел пример, каким это может быть и как это может выглядеть. Здесь вы видите три колоночки, в которой есть список обычных регулярных тестовых сервисов. Это performance программа, security, usability, embedded, static и так далее, automation. То есть есть несколько программ. Каждая из этих программ должна иметь прописанный способ ее имплементации. Сроки определенные, какие-то люди, которые необходимы, четкий бизнес-вэлью и так далее, которые предоставляются уже по требованию клиента. То есть список сервисов, которые у нас есть, можно показывать. Сервисы в тренинге очень важны. Многие клиенты не хотят, возможно, не хотят передавать какие-то кусочки своих задач на сторону аутсорса из-за разных проблем. То есть, но за хороший тренинг они могут заплатить. То есть это может быть очень интересно. И также есть сервисы, которые помогают продавать еще больше. Это assessment и advisory сервисы. Что это означает? Означает, что у вас есть, возможно, какие-то сервисы, которые помогают определить текущую ситуацию на стороне клиента и сказать ему, смотри, у тебя болит вот здесь и вот здесь. Представьте себе, что вы приходите на прием к доктору, да? Допустим, у вас болит живот, и вы говорите, вот как клиент аутсорс-компании говорит, у меня болит живот, я хочу таблетку, чтобы живот перестал болеть. Окей, если аутсорс-компания даст вам таблетку, она поможет на время, а потом живот заболит еще раз, потому что причина же не в, ну, не в боли в животе, а в чем-то еще, то, опять же, заплатили за таблетку, приняли, она не помогла. Она помогла временно, но не постоянно. Значит, плохой врач, да, плохую таблетку прописал. Для того, чтобы узнать реальную причину, почему вообще это происходит, часто необходимо провести довольно тщательное исследование, потому что не на все вопросы, которые вы можете задать, вам ответят. В этом есть смысл вовлечения таких программ, как Assessment и Advisory. Такие сервисы очень просто продаются, и они имеют максимальную бизнес-вэлью. Почему? Представьте себе, что вы владеете своим бизнесом, у вас есть команда, там, допустим, там, разработчиков, тестировщиков, они работают, ну, работают как обычно, да, у вас есть там баги, у вас есть там какие-то проблемы, какие-то там задержки в релизах и так далее, и так далее, и вы не знаете, это нормально или ненормально, это хорошо или плохо, это у всех так или только у меня, вы этого не знаете. К вам приходит независимая команда специалистов, которые исследуют какую-то область вашего бизнеса, делают какой-то assessment, на основании либо каких-то стандартов, либо каких-то общепринятых параметров на рынке, либо же на основании своей экспертизы и говорят вам, что смотрите, например, вот это вот максимум, а вы находитесь вот здесь. То есть вы находитесь на середине. Представьте себе, вы такие, ага, окей, я понимаю, да, то есть можно лучше и потенциально можно лучше в два раза. То есть вы это все в голове можете как бы обозначить. За assessment сервисом следует advisory сервис, который говорит, что более того, вот вы можете оказаться вот здесь, на вершине, вам это будет стоить столько-то, такие ресурсы нужны, и конкретный определенный подход, который у вас будет имплементирован. То есть клиент сразу видит business value, он видит независимую оценку своих сервисов, он понимает, куда можно лучше, он понимает, а стоит вообще делать этот improvement, и вообще, а стоит ли отдавать мне на аутсорс, да, то есть, а может, мы сами с этим справимся. Но часто бывает так, что клиент видит, что сами мы с этим не справимся, потому что вот. Об этом мы еще поговорим. Важно понимать, что вот этот простенький слайд, он должен показывать ваши возможности, но будьте готовы показать также детали по каждой программе, которая у вас есть. Это применимо и к личным сервисам, и также к сервисом компании, которые вы представляете. Что ищут клиенты? По сути, вот здесь вот я выбрал несколько таких стейтментов, с которых начинали разговор заказчики, ну вот за последние месяца полтора-два, где-то вот так, то, что я помню. Пример, да? Клиент говорит, я хочу все автоматизировать.
То есть, если мы дадим, мы скажем, да, пожалуйста, мы тебя все автоматизируем, окей, пожали руку и разошлись. На самом деле это не факт, что поможет клиенту. Почему? Потому что при дальнейшем исследовании получилось то, что на самом деле клиента беспокоит то, что довольно как бы объемное мануальное тестирование как бы замедляет development процесс. Но, как видите, проблема здесь не в том, что нет автоматизации. Проблема может быть в разных вещах. Например, в том, что на самом деле тестирование такого продукта достаточно сложная штука, и у человека просто ресурсов не хватает для того, чтобы это делать правильно. А уменьшить тестирование невозможно. Автоматизировать можно только там какой-то процент, как это оказалось после. Как вы видите, customer request не всегда решает его проблемы. Customer говорит, я хочу новый тест-фреймворк. Вот. Какой импакт? То, что его старый фреймворк, Legacy, он занимает много-много эфорта на поддержку. И нужно понять, что сделать. Имеет ли смысл писать с нуля, либо же есть возможности для рефакторинга. Да? То есть, как вы видите, есть какие-то реквесты от заказчика, которые на самом деле могут означать чуть другое. Важно понимать, как влияет проблема на бизнес клиента и чего он хочет достичь. Вот. Кстати, да, я вижу, вы вопрос задаете, вот, это все в конце, я на них отвечу. Поэтому пишите, пожалуйста, вопросы, я на них все отвечу, и ответы на некоторые вопросы вы уже видите в этой презентации. Таким образом, клиент часто думает, что есть какое-то решение проблемы, которое, если вы ему дадите, все будет хорошо. Это не так. Знаете, я люблю очень проводить аналогию между взаимодействием как бы аутсорс-компании клиента как доктор с пациентом, потому что это очень-очень показывает эту картину с правильной стороны, с понятной стороны. Да? Смотрите, что интересно. Когда вы презентуете клиенту ваши услуги, у вас должна быть какая-то дека, да? То есть набор слайдов, которые определенным образом описывают все возможности и есть какие-то, скажем так, дополнительные моменты. Во-первых, такая презентация состоит из ваших личных достижений как эксперта или как компании, в зависимости от того, как вы себя позиционируете. Что очень важно указать в этих достижениях? В этих достижениях самое главное показать, как вы повлияли на бизнес других людей. То, что вы получили какую-то там награду или то, что вы там делали какой-то крутой продукт, это классно. Но это не показывает, скажем, вашего преимущества перед конкурентами. Очень важно указать конкретно влияние на бизнес. То есть импакт. Думайте всегда о импакте, о влиянии вашей жизни, вашей работы, ваших сервисов на жизнь других людей, на других компаний. Например, хороший пример показания достижений, то, что мы работали с клиентом, у него регрешн-цикл занимал 1.5 месяца, мы это уменьшили до 5 дней, да, путем вот таким, вот таким, вот таким, вот таким. Вот это достижение. Достижение – то, что вы превратили одно в другое. Допустим, у клиента было такое количество дефектов, настолько нестабильный продукт, вот такие были метрики до, и вот такие стали после. То есть это тоже достижение. Количество, допустим, реворка, которое клиенту нужно было сделать перед релизом или после релиза, грубо говоря, уменьшилось на столько-то процентов. То есть, соответственно, освободило ресурсы. Это все примеры импакта. Их очень важно описывать и указывать, что вы конкретно можете. Это можно оформить в виде кейс-стади, чуть ниже расскажу, либо указать это в общем, как частичные примеры влияния ваших услуг на жизнь, на бизнес других. Во-вторых, у вас должен быть четкий лист сервисов с бизнес-вэлью. То есть бизнес-вэлью – это, как я сказал, конкретное влияние на бизнес. Да, сколько денег, сколько времени, сколько ресурсов мы сохраним, сколько рисков мы уменьшим, насколько упростим и так далее. То есть бизнес-вэлью должен быть на первом месте в понимании каждого сервиса. Дальше, когда мы рассказываем клиенту о наших возможностях, мы, естественно, перед этим можем прикинуть его так называемые pain points, то есть что у него болит и где болит. И тогда эти solution мы можем
прямо захайлайтить в этой слайде. То есть, например, вот, например, типичная проблема. Рассказываем проблему клиента и показываем наш solution, который to-be solution. То есть это как будущее, да? Показываем, что в будущем будет вот так, вот так, вот так, вот так. В-четвертых, это правильные кейс-стади. Правильные кейс-стади должны содержать в себе метрики, сравнение до-после и, опять же, импакт на бизнес и жизнь компании. Должен также быть proposal, естественно, то есть мы, клиент, тебе предлагаем конкретные сервисы, вот этот, вот этот, вот этот. Лучше предлагать разные опции, потому что часто одним сервисом проблему не решишь. Большинство проблем являются комплексными проблемами. Об этом мы еще поговорим. Должны быть несколько опций, должен быть какой-то там, если уже у вас это позволяет, или там попозже, какие-то там commercials, pricing и так далее, но должен быть proposal, который как бы формально сформирован, что вот такие сервисы, вот такие сроки, такие ресурсы, такие deliverables. И также очень важно делать вот этот вот add value. Add value часть – это когда мы делаем что-то бесплатно для клиента, когда мы заинтересованы в сотрудничестве с клиентом, и в качестве такого add value очень часто используется, например, assessment, потому что это дешево. Ну, то есть assessment такой полноформатной команды из двух человек, из двух специалистов занимает порядка недели, чтобы разобраться во всех процессах, артефактах, поревьювать все и так далее, собрать, измерить, где-то неделя. То есть неделя двух инженеров стоит того, чтобы заключить какую-то там сделку, допустим, на год, там для команды там 10 человек. То есть это того стоит, и вот этот вот add value – это важный фактор, который показывает вашу заинтересованность. Делать что-то бесплатно для потенциального клиента – это хорошо, если, конечно, можете это позволить, но обычно можете, потому что это вам вернется с столицей. Также этот add value покажет вашу экспертизу, ваши возможности и покажет, что вы на самом деле компетентны в том, что вы делаете, и все будет хорошо, успокоит дополнительно клиента. Что же касается upsell space? Опять же, вернемся к аналогии с доктором. Вы приходите к доктору и говорите, я хочу полечить желудок. А доктор вам говорит, знаете что, у вас тут проблема не с желудком, у вас тут проблема где-то еще. Вам нужна вот такая терапия, вот тут операция нужна, вот тут вот это, вот это, вот это. А ты думаешь, блин, так я же пришел желудок полечить. А мне тут сразу типа, навешали. Это одна крайность, которая тоже плохая. То есть так будет очень сложно продать. Другая крайность, когда пришел клиент, говорит, я хочу как бы полечить боль в животе на таблетку, иди, все. Тоже плохо. В одной крайности клиент не пойдет на такой большой обвес без явной аргументации. Когда ты говоришь ему, да, давайте мы это типа, за год сделаем. То есть через год увидишь результаты. Доверия нету, как? А вдруг нет? Ну, странно, страшно, стрёмно. Нет. Хорошо, окей. А если таблетку? Таблетка не поможет. В стратегической перспективе никак. То есть будет, грубо говоря, вот кусочек, ну и все. Опять же, будет неудовлетворение в первом случае, в другом. То есть, по сути, необходимо делать и то определенным образом. Клиент видит всегда симптомы. Он не знает диагноз. Диагноз может поставить только компетентный специалист, эксперт в данной индустрии. Кастомер, как владелец бизнеса, как представитель, как менеджмент, видит симптомы. Симптомы – это влияние проблемы на бизнес. Что он видит? Он видит, что вот тут плохо, вот тут деньги теряем, вот тут время теряем, вот здесь какая-то сложность. Вот. То есть симптом, по сути, очень просто починить. Да? Есть масса классических решений, решения как бы симптомов. То есть на каждый симптом есть таблетка. Также и в тестировании в любой области. На каждый симптом есть как бы свой подорожник, который можно приложить скотчем, и все будет хорошо. Но это на время. Это не решит проблему целиком. Диагноз – это, как правило, комплексная оценка. Не бывает такого, что вот только одна причина, только вот здесь. Это будет очень редко. В основном это комплексная причина, который зависит и от этого, и от этого, и от этого, и от этого. И очень важно показать клиенту, что мы можем сделать для тебя
и починить симптом, вылечить симптом, и также поставить диагноз и лечить комплексно, в зависимости от того, как ты хочешь. И смотри, кастомер, вот твои перспективы на будущее. Мы тебе можем починить этот симптом, но через такое-то время у тебя, скорее всего, появится проблема такая, проблема такая, проблема такая, такая и такая. Даже если клиент на этом моменте уйдет, через какое-то время он поймет, что вы говорили правду. Это была правда. Через такое время у него появились такие проблемы. И он такой, слушай, а может я вернусь? То есть это помогает вам вернуть клиента, если что. Поставить диагноз просто так на звонке с клиентом невозможно. Диагноз можно поставить только в результате ассессмента. Только после того, как вы увидите доказательства проблем. То есть нужны какие-то анализы. Нужно какое-то ревью артефактов, процессов. Нужно посмотреть на ситуацию под разными углами, пообщаться с разными инженерами, потому что тест-лид может говорить одно, а сотрудник, ну, то есть, а тест-инженеры другое совершенно. То есть, по сути, у них мнения могут не совпадать. Поэтому возникают дополнительные проблемы, которые уже зависят от людей. Об этом мы еще тоже поговорим. То есть Sale Upsell Space, он обнаруживается в ходе конкретно диагноза. В ходе переговоров с клиентом мы можем ему предложить более комплексное решение проблем. Вот. Что же касается конкретно главного такого подхода. Очень важно при работе с клиентом помочь устранить синдром, который есть, но комплексно. То есть клиент должен видеть и быстрый результат, и также какие-то стратегические бенефиты. То есть в чем проблема? Клиент всегда в любом случае должен видеть какие-то быстрые результаты, какие-то быстрые полезные штуки. То есть, допустим, не знаю, вот, например, клиент приходит вам говорить, что вот мы никогда не тестировали продукт, вот я, ну, как бы, я не знаю, сделайте какой-то там анализ. Приходишь, берешь какой-то там static code анализ, какой-то там Sonar Cube, настраиваешь, натравляешь на код, делаешь правильные правила, чекеры, и говоришь, смотри, у тебя, допустим, там 40% твоего кода дублицировано. То есть, по сути, люди не вызывали функции, они их просто как бы писали заново, да, то есть они их не реиспользовали. То есть, грубо говоря, вот тебе метрика. Это очень быстро считается, это можно сделать за пару дней. То есть это очень быстрый фидбэк и очень быстро показывает быстрые какие-то бенефиты. То есть таких проблем масса. Но нужно делать и одно, и другое. Нельзя тянуть кота за хвост и говорить, что да, мы тут тебе сейчас комплексно это будем решать, но это долго. То есть должно быть параллельно. Это очень важно для того, чтобы клиент видел изменения. То есть изменения его жизни, его бизнеса уже завтра, послезавтра, а не через год. Через год это, возможно, уже никому быть не нужно. Что касается устранения симптомов. Представим себе, еще раз, вы приходите к врачу. Да? На самом деле... Вы приходите к врачу с какой-то проблемой, врач говорит, что, ну, быстрых результатов не будет. Вам нужно сесть на диету, вам нужно полгода попить такой препарат, нужно сделать вот это, вот это и вот это. Часто люди не доверяют таким программам лечения. Соответственно, клиент тоже не будет доверять, если ему будут результаты показаны там через год. Также, когда доктор говорит, да, это нормально, это хорошо, ну, типа, здесь нет никакой проблемы, все нормально, люди тоже не верят. Как это? Врач сказал, что все нормально. Не верю. Нет. Я же в интернете читал. Мне же мой друг рассказывал. Мне же моя бабушка типа говорила 100 раз. Да? То есть, конечно же, клиенту многие вещи говорят другие люди. У него в голове видение сформировано на основании его круга общения. И тут говорите вы что-то не похожее на эти мнения. Возникает отторжение. Также люди не любят врачей, которые говорят, что не-не, то, что ты нагуглил, вот эти таблетки, они не помогут. Тебе нужны вот эти таблетки. Вот такой подход. Опять же, получается конфликт мнений. Мнение клиента всегда сформировано кем-то. Его заместителями, другими менеджерами, его партнерами и так далее. То есть с этим мнением конфликтовать нельзя. Нужно представить свое экспертное мнение определенным образом. Для того, чтобы не пришлось ему возвращаться к доктору еще раз и еще раз. Опять же, таких докторов люди не любят. Вот, например, вы идете к стоматологу, он вам посмотрел, говорит, ну, тут маленькую пломбочку поставил, а потом вам приходится идти через полгода опять же к нему же, потому что пломбочка выпала. Да?
и вы этого, ну, вы не будете ходить к такому врачу. Неважно то, что он вам предложил, смотрите, есть пломба за X денег, за 2X денег и за 5X денег, какую хочешь. Хочу за X самую дешевую. Доктор не сказал, что это поможет на полгода. Он говорит, окей. То есть ты сам выбрал дешевую пломбу, а потом она у тебя выпала. Но ты винишь в этом не дешевую пломбу, а доктора, который ставил. Я думаю, вы у себя в голове сможете проследить аналоги с тестированием, потому что похожие примеры в тестировании бы занимали очень долго и очень много усилий. Вот. Что же касается лечения проблемы комплексной. Вот приходим мы к такому самому интересному. В данном докладе я рассмотрю 4 основных таких подхода, основных таких вот инструментов, которые вот я использую для подобных активностей. На самом деле инструментов больше, но эти 4, я думаю, такие наиболее наглядные и простые для понимания. Во-первых, это maturity модель. То, что уже рассказывалось о разных там CTP, TPI Next, TMMI, CMMI и так далее, это все хорошо, это все отлично. Но эти все модели написаны настолько сложным языком, честно. Вы когда читали банально тот же, ту же maturity модель TMMI Next? Написано настолько сложным языком, что непосвященный вообще в терминологию, он будет долго пытаться вникнуть вообще, что это происходит. Maturity модель должна быть написана бизнес-языком, понятным, простым, для того, чтобы бизнес понял. Почему? Потому что maturity модель делается с двумя целями. Первая цель – показать бизнесу, где матурность высокая, где маленькая, в каких активностях, в каких процессах, фазах. И также показать инжинирингу уже в деталях. То есть хорошая практика делать две модели – техническую и бизнес. Бизнес будет более high-level, она покажет конкретно, где проблемы. То есть прикольно, да? Вот ты приходишь к врачу и говоришь, доктор, насколько я здоров? Он тебе говорит, ну, ты здоров, в принципе. Это ничего не значит. Ты говоришь, окей, доктор, а можешь, пожалуйста, сделать оценку? Вот насколько, допустим, здоровое мое сердце на основании там остальных людей? Выше среднего, ниже среднего, среднее, высокое, да? Вот как? Чтобы понимать запас, да? И это очень прикольно знать, насколько процессы активности у тебя, насколько они здоровые, насколько они адекватные и насколько можно все улучшить. Поэтому maturity модель – это хороший такой аргумент для любого пресейла. Разработать свою собственную maturity модель по образу и подобию человека другого – это правильный подход. Почему? Потому что вашу собственную maturity модель вы можете редактировать, дополнять, выпускать новые версии и делать ее под вас, под вашу компанию, под ваших клиентов. Эту maturity модель можно использовать для, даже банально для оценки компетенции инженеров. То есть, знаете, да, не сухая какая-то, какой-то опросник, да, там, окей, ты там сеньор или не сеньор, ну, ответь на 3 вопроса. Нет. Стандартный красивый фреймворк с описанием критериев, с описанием подходов и так далее, для того, чтобы человеку показать, что смотри, вот ты. То есть вот, допустим, там остальные люди в компании, как бы анонимно, да, там на уровне точечек, а вот ты находишься здесь. Смотри, да, чтобы человек знал, что вот, нахожусь я, окей, здесь, и мне вот куда еще нужно расти. Также хороший путь сделать такой self-assessment framework. То есть набор вопросов, на которые сам клиент при помощи каких-то там менеджеров может ответить и увидеть свою maturity. Это прикольно, но это сложно. Но прикольно, потому что вы можете дать этот фреймворк как add value уже сразу на презентацию. То есть клиент, мы вот тебе дарим этот фреймворк. Ты можешь оценить сам себя. Посмотри, и потом в конце ты увидишь свою матурность на основании там средних оценок в индустрии, да, где ты находишься. Клиент, скорее всего, вернется к вам после того, как это сделает, да, потому что как бы, он поймет. Второе – это value stream mapping. Exercise, который помогает вам нанести на одну большую картинку множество активностей в каком-то процессе, чтобы увидеть сразу целиком. Это тоже покажу. Также хорошая штука – это оценка метрик.
это очень быстрая активность, но в то же время очень перспективная. Потому что, например, вы можете сказать сразу, что смотри, окей, у тебя вот, допустим, среднее время turnaround на дефект 15 дней. То есть 15 дней в среднем вы реагируете, ваши разработчики реагируют на найденный дефект. Допустим, там для critical столько, там для major столько, для этого столько. То есть, допустим, внезапно обнаруживаются такие вещи, что на major девелоперы там реагируют раза в два быстрее, чем на critical, потому что мейджоры фиксить проще, да, чем плавающие критикалы. Поэтому вот, да, то есть простой анализ метрик списка уже показывает какие-то результаты, и вы можете этим оперировать. Анализ метрик при сформированном готовом процессе с метриками занимает несколько часов. Это очень просто. И также последнее – это вот эти вот checklist-based interview с вопросами конкретным ролям для того, чтобы сформировать мнение уже на основании вот этих вот интервью. Это все я покажу вот прямо сейчас. Что же касается maturity модели. Как я уже сказал, есть множество off-the-shelf фреймворков, которые находятся там, ну, в этом рынке. Тоже TMMI, TPI Next, CTP, Step и так далее. Их там множество. Вот. Но я их не рекомендую использовать, потому что они сложны для понимания не только бизнеса, даже и инженерами сложны для понимания. Разработать свой фреймворк, свой in-house, и показать ему, что у нас в компании или у меня как эксперта есть свой фреймворк, который я сделал и использую множество раз, это хорошо. Это показывает, опять же, ваш комплексный подход, вашу формализацию, вашу компетенцию. Как это выглядит? Это может выглядеть вот таким образом. Представьте себе, да, это очень похоже на тот же TPI Next. Слева у вас области тестирования, допустим, там тестовые политики, тестовый процесс, тестовый подход, метрики и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти области вы можете сами их поназывать, сами разделить все тестирование на какие-то области и дать несколько уровней оценивания. То есть в данном случае это 0, 1, 2 и 3, да, то есть трехуровневый, ну, как бы четырехуровневый такой фреймворк. То есть на пересечении конкретно видно список каких-то характеристик, критериев, которые явно показывают yes или no. Если yes, означает, что этот уровень достигнут. Если no, уровень не достигнут. Все очень просто. То есть такой фреймворк может использоваться как self-assessment, то есть сами себя можно оценивать в таком фреймворке, и это очень просто. Клиент может даже такой, ого, окей, а у нас нету, допустим, тестовой стратегии, а что это, а зачем это нужно, я не знаю. То есть у нас maturity, допустим, на тестопроваче 0. То есть клиент видит, что 0, но не знает, почему 0. И у него есть лишний повод спросить, слушай, а почему у меня 0? Почему здесь? А что это имеется в виду? А почему? То есть это, опять же, мотивация к дальнейшей коммуникации, к дальнейшим переговорам. Таких областей может быть много. Например, в нашей такой большущей модели 23 области. 23 области, и у нас тоже четырехуровневый такой фреймворк, где, ну, вернее, 5 уровней, потому что нулевой это by default присваивается, а потом идет еще 4. Вот. То есть вот так это может выглядеть. Это очень просто. Это бизнес-лэнгвич, это очень доступно, и важно это все визуализировать, очень важно. Потому что, ответив на вот это вроде бы хорошо, но вот так лучше. То есть, смотрите, у вас as is maturity state, такой вот spider chart, где вот у вас current нарисовано синеньким. То есть вот ваша maturity в данный момент, а вот какое maturity, допустим, мы можем вам предложить, потому что эта maturity необходима для вашего домена, для вашего сетапа, для вашего проекта. То есть вот насколько вы не дотягиваете до того, что нужно. То есть как понять, что нужно, что не нужно? На выходе из того же ассессмента вы понимаете, что вот тут процессы незрелые. Вот здесь test coverage маленький не потому, что тест-кейсы лень писать, потому что сам процесс тест-дизайна никакой. Люди техник не знают, люди не знают, как покрывать тестами и так далее. То есть проблема не в coverage, а проблема в тест-дизайне. И потом maturity нужно поднять. Да? То есть здесь вы часто можете видеть и объяснить клиенту, что вот так это выглядит. Это тоже очень бизнес, очень просто, без каких-то деталей.
нужны детали, вы их представите уже дальше по требованию. Что касается value stream mapping, что это такое? Это карта, которая позволит замапить, допустим, какой-то один релиз на, как бы, на одну доску, на один скрин. Почему это важно? Вы можете отметить сразу активности, процессы, какие-то комментарии, замечания на большой картинке, заалайнить это с датами и посмотреть, например, что у вас когда происходит. Вот, например, допустим, вы можете сразу увидеть, что у вас, допустим, есть какие-то там двух-трехнедельные паузы между фазами из-за блокинга, из-за каких-то проблем, которых вы могли не видеть, когда вы работаете по тому процессу. И вы, возможно, никогда это не увидите, если вы будете делать assessment. Но когда вы попросите сделать exercise вместе с клиентом, вместе с инженерами, с его инженерами, вы нанесете это все на картинку и сразу увидите, где проблемы. Вы поймете, допустим, а почему у нас estimation и breakdown длился целых 2 месяца, а почему на самом деле в конце, то есть почему мы в конце концов не успели, и estimation был плохим? Почему мы потратили 2 месяца на estimation, а пользы это не принесло? Вопрос, да? То есть вот такие вопросы рождаются уже в процессе формирования value stream mapping. Value stream mapping – хороший exercise, опять же, для бизнеса, потому что вы можете бизнесу показать, что смотри, вот у тебя конкретно показан таймлайн, допустим, там, из года, и смотри, за год у тебя, допустим, типа, development длится только 3 месяца. Все остальные 9 месяцев делается тестирование, дизайн, требования и так далее. Тебя это устраивает? Да или нет? А мы можем улучшить, мы можем сделать так, чтобы у тебя вот этот вот пайплайн сделался меньше, потому что у тебя проблемы вот здесь, вот тут и вот тут. Вот тут у тебя требования пишутся очень подробно, хотя они и не нужны такой уровни детализации, у тебя не сойти critical product и бла-бла-бла-бла-бла. То есть это все становится понятно уже на базе этой картинки. Что же касается оценки метрик. Опять же, пример метрик, которые можно использовать. Это такая, как бы, небольшая выдержка из метрик, которые можно использовать. Смотрите, есть здесь метрики, опять же, которые зависят от проекта, и метрики, которые не зависят от проекта. Что имеется в виду? Например, вот, customer defects. Если меньше 3% у вас customer defects, то это, как бы, хорошо. Да? Если там от 3 до 5%, это там среднее, допустимо, больше 5% плохо. Но смотрите, разница какая может быть? Если это проект, который делает какие-то мобильные игрушки, делает, ну, то есть использует очень быстрый development, чтобы занять нишу, да, и ему все равно типа на дефекты, то параметр good может сместиться и в 10%. Если это какой-то safety critical device, который, допустим, там, не знаю, там сердечный имплант, какая-то инсулиновая помпа, то кастомские дефекты там должны быть нулевыми вообще, да, то есть поэтому некоторые метрики зависят от проекта, от продукта, от домейна, поэтому их нужно подстраивать под каждого клиента на основании, опять же, своего опыта, интуиции и так далее. Некоторые дефекты, например, процентаж reopened defects, в принципе, оно плюс-минус для всех так и подходит, то есть естественно, если у тебя, допустим, там больше 7% reopen defects, это плохо, потому что у тебя уже такой-то процент реворка. То есть дефект пофикшен был, переоткрыт, на самом деле не пофикшен. И нужно понять проблему, почему. Вот эти цифры, которые здесь, часть, ну, то есть поскольку я не мог их все раскрывать в одном виде, некоторые из них я поменял, некоторые стало как есть, для того, чтобы показать, как это может работать. Через NDA я, конечно, не могу пошарить с вами реальную картинку, но если вы зададите какой-то вопрос на основании того, какие допустимы границы такой-то метрики, я, конечно же, вам отвечу. Вот, поэтому Metrics Evaluation – классная штука, которая покажет, что вот, грубо говоря, клиент, смотри, вот это KPI, вот у тебя KPI, вот такие не должны быть, а у тебя вот такие. То есть ты находишься вот здесь, а должен находиться вот здесь. Все очень понятно и просто. На основании этих KPI-ов можно имплементировать какие-то экшены, которые улучшат жизнь и бизнес клиента. Опять же, чек-лист для интервью с качеством. Как это выглядит?
Смотрите, на самом деле у вас есть разная аудитория. Это бизнес, это инжиниринг, это девелопмент и так далее. О да, для того, чтобы оценить некоторые аспекты качества, нужно пообщаться и с девелопментом тоже, потому что у девелопментов у них может быть кардинально другое мнение. Например, девелоперы могут не видеть результатов тестирования, могут не понимать их. На самом деле девелопменту нужно понимать результаты тестирования, понимать метрики и знать об их статусе. Если будешь общаться только с тестированием, только с бизнесом, ты можешь этого никогда и не узнать, что девелопменты вообще не понимают и не могут добиться внятной информации от качества. А это плохо сказывается на стабильности продукта вообще и на его предсказуемости, на предсказуемости релизов. Поэтому очень важно общаться с разными аудиториями, иметь конкретный список вопросов под каждую аудиторию и также иметь какой-то общий список вопросов. Опять же, это выдержка, пример. И вопросы типа «бизнес, слушай, а насколько четкие и понятны тебе тестовые активности в качестве?» Бизнес тебе говорит: «Да я вообще не понимаю, что они делают». Но вот девелоперы понятно, да, пишут код, можно пощупать, скомпилировать, найти баг, классно. А тестировщики, я не знаю, они какие-то баги там репортят, какие-то там тест-кейсы пишут. Я вообще не понимаю, типа, какой смысл от тестирования. Все. И ты клиенту говоришь: «Слушай, ну, вообще-то мы можем тебе показать бенефит от тестирования. Нужны правильные метрики, нужны правильные репорты на правильном языке. Сейчас мы тебе можем это все сделать, если ты хочешь. Если ты хочешь понимать». А клиент говорит: «Конечно, хочу. Это ж моя команда, я им плачу деньги, я хочу это понимать». То есть вот такие вот чек-лист-бейст интервью, если вы даже можете пошарить вопросы клиенту сразу, чтобы он мог к ним подготовиться, это еще круче. Это показывает вашу, еще раз, компетентность и вашу формализацию, то, что вы делаете это много-много раз. Это не первый раз на коленке написано. Это вы, у вас есть шаблон, который вы стандартно используете постоянно. Что же касается остальных аспектов. Естественно, не каждое заболевание может быть вылечено при помощи только улучшениями в качестве. Как апсейл можно продавать дополнительные услуги, которые необходимы. Ассессмент архитектуры, ассессмент девелопмент подхода, ассессмент процесса requirements инжиниринга, ассессмент DevOps и тулинга. Потому что на самом деле реально бывают случаи, когда тестированием не поможешь. Вот только тестированием ничего не сделаешь. Продукт нестабилен. Там, допустим, там на бэкенде там, или на фронтенде там куча outdated libraries, да, то есть библиотеки, которые давно устарели. А некоторые компоненты, ну, некоторые библиотеки как бы обновили, а некоторые нет. И у них конфликты, и они начинают там воевать между собой. И это все сказывается очень плохо на стабильности. Тестированием тут не поможешь. То есть нужно конкретно менять архитектуру. Опять же, тестовые специалисты должны иметь определенный опыт, знания в смежных областях для того, чтобы понять, что это проблема, и ее нужно адресовать в правильном направлении. И клиент об этом тоже должен знать, потому что даже если вы сделаете для него идеальное тестирование, вы его проблему не решите. Нужно влияние с другой стороны. Поэтому, опять же, неплохо иметь связь между остальными специалистами в других областях, у которых есть свои деки, свои представители и свои как бы экспертные мнения, которые они могут представить по запросу. Собственно говоря, какие же люди могут делать такие вещи? Да? То есть какие люди вообще могут делать вот эти штуки? Как бы вот эти ассессменты, адвайзеры, презентации и так далее. Какие люди? Первое, хочу сказать сразу, что, во-первых, такие люди должны очень много знать. Знать в каком смысле? Смотрите, на пресейлах очень часто возникает ситуация, когда клиент говорит: «Слушай, ты можешь мне быстро рассказать, вот как эту проблему мою можно решить?» То есть ты должен ему за 3-5 секунд придумать и объяснить solution его проблемы. То есть если ты не знаешь таких solution'ов, то тебе придется фантазировать, и это будет очень плохо. Первый скилл, который должен быть у таких людей, это знание наибольшего количества классических решений. То есть когда ты знаешь заранее, что вот такие проблемы решаются вот такими подходами, а эти вот этим, ты не изобретаешь колесо. Ты знаешь конкретно набор классических способов решения классических проблем.
И когда клиент говорит тебе этот вопрос, в 99% это классическая проблема. В 1% ты сразу говоришь, это не классическая проблема, она требует определенного подхода, но из классических вариантов я бы выбрал вот это, вот это, вот это и вот это. Более того, эти подходы, они откуда-то берутся. С каких-то стандартов, с каких-то сертификаций, с каких-то подходов, ресурсов и так далее. То есть это не ты придумал, это стандарты в индустрии. С этого выходит то, что сертификация в тестировании очень важна, потому что сертификация дает тебе массу как раз знаний о том, что есть масса подходов к решению стандартных проблем. Сертификация часто тебе не объясняет, как эти подходы работают в детали. Она говорит о том, что есть такое, есть такое, есть такое. Естественно, самой сертификации мало, но сертификация тебя натолкнет на то, что нужно разобраться в этом, еще и в этом, еще и вот там, и вот там, и вот там. И в итоге сертификация тебя наталкивает на то, что тебе нужно прочитать еще полтора десятка книжек, чтобы вникнуть в отдельные концепции, подходы и знать конкретно, как это все работает. Во-вторых, нужны, конечно же, communication skills, то есть умение вести презентации, делать какой-то public speaking, уметь без каких-то там нервов, без каких-то там фрустраций донести важную тему. Это бывает челлендж, потому что ты можешь общаться с какими-то там C-level представителями крупных компаний. Настолько крупных, что ты всю жизнь пользовался их продуктами, а вот там, допустим, там CEO сидит перед тобой, и ты прям ему это рассказываешь. Это вызывает некоторые волнения на самом деле. И я тоже переживал первое время. Это было довольно сложно. Рассказывать людям на конференции – это одно. Рассказывать людям такого уровня, вот как даже face-to-face – это очень сложно. В-третьих, скиллы в переговорах. Например, Джим Кэмп на Gatchasing System. Кто знает, очень классная штука, которая объясняет тебе, как вести переговоры. Да? То есть как договариваться с человеком, как предлагать ему то, что ему нужно. Также важны ревью и скиллы быть ревьюванным, потому что тебе нужно будет оценить какие-то артефакты заказчика. Более того, заказчик может оценить тебя, и тебе нужно нормально на это реагировать и не воспринимать это как личную угрозу, как многие из нас делают, потому что это интуитивно понятно. Естественно, понимать бизнес компании – это очень важно, понимать, как компания ведет бизнес. Что происходит до того, как нанимать людей на проект? Как происходят RFP, SW, как происходят всякие вот эти вот сделки, какую роль как бы, играют силы, что делают там разные консультанты, то есть весь этот механизм нужно понимать, как делается бизнес. Понимать, что такое ревеню, маржа, понимать вот эти вот все моменты, ценовую политику, это все нужно знать для того, чтобы понимать вообще, как общаться с клиентом. И, конечно же, нужно быть доктором наук в науке PowerPoint. Рисовать слайды, тем более красивенькие, это очень важно. Это реально максимально важно. Потому что вот больший процент моей работы за последнее время, что я делал, это рисовал слайды. Вот. И, конечно же, как это все менеджить? Последний такой маленький подтопик. Как это правильно менеджить вообще? Здесь два пути. Эта информация уже более для компаний. То есть либо делать организацию качества в компании, либо делать так называемый Center of Excellence. Организация, она лидит, регулирует качество внутри компании. У нее у одной она диктует, как должно быть происходить тестирование на всех проектах, описывает тест-полиси, стратегии для каждого направления. И, грубо говоря, у нее есть темплейты того, как рампапить новые проекты. Открывается проект. Как бы такой-то домен, такие потенциальные риски, такие проблемы. Вот нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Вот как бы такой тулсет, допустим, там, safety critical, нужно использовать там FMEA, failure mode effect analysis и так далее. Да? То есть какое-то понимание. Center of Excellence – это организация, которая стоит в стороне. Она не диктует качество, она помогает. Она внедряет best practices, она помогает разным проектам, которые к ней обращаются. Использует разные независимые ассессменты, помогает строить центр экспертизы, где ты можешь найти эксперта по любой области, которая тебе необходима. Приходит заказчик и говорит, я хочу вот узнать мнение эксперта в тестировании, допустим, machine learning систем, по такому подходе. А я такой, блин, а кто же это у нас сделал? А не знаешь, потому что, ну, начинаешь гуглить, искать, писать письма на всю компанию,
и не находишь, потому что человек в отпуске заболел, не читает письмо. Когда у тебя есть такой Center of Excellence, ты уже знаешь список экспертов, их скиллы, навыки, посмотрел, ага, вот, написал в Skype, быстро пригласил на звонок, все есть, готово. Итак, организация – это иерархия. Есть лиды, есть менеджеры, есть директор. Это стандартная иерархия, которая может скейлиться как и в ширину, так и в глубину, в высоту. Каждый занимается своим уровнем, да, то есть есть тоже директор, который формирует тестовые цели на уровне компании. То есть организация по качеству более подходит продуктовым компаниям, потому что у них есть полное право сказать вот так, вот так и вот так. В аутсорс-компании лучше Center of Excellence, потому что есть клиенты, которые имеют свой подход, которые говорят, чтобы их проекты следовали их подходу. Вот, то есть организация – это такая строгая вертикаль, которая очень сложно меняется и, к тому же, имеет достаточно как бы ограниченные возможности к изменению. Вот. У них есть свои инструменты, у них есть, опять же, свои правила, которые сложно нарушить, вот. И это все превращается часто в бюрократию. Поэтому организацию качества строить нужно очень осторожно. Бюрократия – это плохо, она влияет очень на разных этапах негативно. Что же касается Center of Excellence, здесь все просто. Есть, короче, вертикали в индустрии, там, автомотив, телеком, healthcare, e-commerce и так далее. И есть также горизонтальные сервисы, такие как там тест-менеджмент, автоматизация, security, которые применимы, в принципе, к любой индустрии. Но у Center of Excellence может быть какие-то сервисы для автомотива, для телекома, для e-commerce, для еще чего-то. Какие-то заточенные точно сервисы под эту область. И когда клиент приходит к тебе автомотив, такой, ага, автомотив, окей, сейчас мы тебе покажем, с какими стандартами работаем. У нас тут есть, покажем тебе типа device farm, покажем тут тебе embedded и так далее. Покажем тебе сразу case study клиентов тоже с автомотива. Вот, и все готово. То есть у аутсорс-компании лучше делать Center of Excellence. Вот, то есть где-то вот так. Напоследок, перед тем, как вы зададите мне вопросы, хочу сказать, что если вы хотите знать то же, что знаю я, мое знание может быть вашим. У меня есть два цифровых курса, которые можете найти ниже и использовать мой промокод, скидочку, где это все рассказано и показано. Вот. На этом спасибо большое за то, что вы меня выслушали. Надеюсь, вы не устали и что-то узнали для себя. И хочу услышать вопросы. Пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Очень, очень познавательный. Зачитаю вопросы, которые есть в чате. Первый – это чем отличается продажа сервисов тестирования в Украине и в Европе? И как вы строите продажу компаниям, которые уверены, что у них все хорошо с тестированием? В Украине, на самом деле, у меня небольшой опыт продаж. В основном моя компания формируется на западный рынок, на Штаты, на Восток. Вот. Вот у меня был некоторый опыт продажи своих личных услуг, то есть каким-то компаниям в Украине. Отличается тем, что в Украине ты должен доказать каждый свой шаг, который ты делаешь. То есть в Украине больше придалбываются к процессу, к подходу. У тебя должна быть максимально детальная картинка всего, что ты будешь делать, и максимально подробно расписанный план со всеми деталями. На западном рынке больше ориентируются на твою, на твою известность, на твою компетенцию. То есть, ага, ты там делал такой-то проект той компании. Ну все, ты мой лучший друг. Ага, ты тут, в общем, там делал системы, там, не знаю, для Теслы. Ну слушай, ну да, для нас ты точно сделаешь, да? То есть там больше как бы референс. Проверяют твои референс. В Украине тебе нужно заново перед каждым клиентом проделать один и тот же путь. Вот. Как строить продажи людям, которые и компаниям, которые не уверены, что их все хорошо с тестированием? Во-первых, не спорить с ними. Нельзя спорить с тем, что мы говорим, у нас все хорошо с тестированием, а ты говоришь, нет, у вас плохо. Ну, потому что ты не знаешь, ты не можешь это оценить. Окей, но компания почему-то к тебе пришла? Да, пришла почему? Допустим, там нужен development. Окей, расскажу, что у вас по development там не так. Вот это, вот это, вот это. Ты говоришь, слушайте, а вы что, не делаете вот это вот в тестировании? Нет, не делаем. А вообще бы, ну, как бы могли делать, потому что
вот такое влияние это имеет. А вообще, если что, хотите, вот self-assessment framework, если вам интересно наше мнение, вы можете сами себя оценить. Пожалуйста, вот вам, сделайте. То есть нельзя переубеждать клиента сходу, нельзя говорить противоположные вещи. Можно говорить, предлагать улучшения, по нашему мнению. Мы эксперты, мы знаем. Вот, пожалуйста, если вам интересно, вперед. Я так. Спасибо. Следующий тут скоп вопросов. Мне кажется, правда, на первый уже ответили. Это какими качествами и опытом должен владеть специалист, который оценивает, анализирует проблемы клиента. Ну, тут, мне кажется, очень исчерпывающий ответ был и про презентации, про PhD и прочее. Но тут есть другие. Это как учиться оценивать и как правильно оценивать, особенно время, за которое мы можем сделать как исполнитель вот то, под что мы подписываемся. Да, первое время придется делать это все наугад. Заранее, как бы, заранее учитывать время, которое, скажем так, которое будет допустимо для клиента, а не время, за которое вы реально это сделаете. Почему? Потому что пока вы не наберетесь опыта, пока вы ничего не поймете, что ага, вот здесь занимает столько времени, здесь столько, у вас не будет средней оценки. То есть первое время придется вам попотеть, поовертаймить и чуть-чуть пострадать. Потому что как бы опыт в estimation, даже если вы знаете там формальные техники estimation и так далее, он попытается со временем. Вы можете упустить это, забыть это. Поэтому первое время, первые 2-3 ассессмента нужно сделать вслепую. Вы ставите время, за которое клиент будет готов заплатить и будет готов подождать. А потом вы уже, у вас будет доказательная база. Вот. И как учиться оценивать? Как бы очень просто. Вы можете брать мнение разных людей. Вот. То есть каждый человек делает себе оценку. Допустим, у вас assessment команда состоит там, из 3 человек. Каждый делает свою оценку. Вы это мержите, делаете там стандартную оценку, типа там столько времени плюс-минус столько, то есть какой-то запас. И потом делайте ретро и пытайтесь понять, кто из людей оценил более точно и почему. С каждым разом после раза 2-3 будет понятно, кто-то оценивает более точно, кто-то менее точно. И вы будете знать, к кому лучше прислушиваться. То есть есть также формальные техники estimation, тех же там Wyben-Delphi или там 3-point estimation, которые позволяют вам это сделать красиво, по формуле и так далее. И тут уточняющий вопрос. Это что делать, если estimate проставлен неправильно, а от меня лично это было ли когда-то, что проставили правильно? Было то, что проставили правильно. Обычно, ну вот, как бы в чем проблема с западным рынком? Западному рынку часто все равно, если вы overestimate. И мне все равно, если вы underestimate. Поэтому для западного рынка можно слегка набрасывать буферное время, там, 20-30%. Вот. Естественно, клиенту будет приятнее, чтобы вы быстрее сделали, и как бы все хорошо. Была ситуация, когда estimate не был проставлен, но проблема была другая. То есть estimate не был проставлен, потому что были заблочены здесь, не было вот таких вот артефактов доставлено нам доступ вовремя, вот, и были какие-то, ну, то есть непредсказуемые ситуации, которые, сказали, клиент, смотри, мы не успели из-за вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Нам еще нужно такое-то время, sorry, в дополнение как add value мы тебе бесплатно предоставим еще что-то. Все, клиент доволен, все отлично. То есть в качестве извинений да, как бы даем какую-то плюшку сверху. Все, все счастливы, все довольны, даже если вы промазали с estimate. Супер. И последний вопрос, который сейчас есть, это 5-10% пресейлс митингов проходят в формате тех интервью. Это достаточно странно, так как сложно понять потребности клиента. Насколько это нормальный кейс и как себя вести в таком формате митинга? Стоит ли делать какую-либо презентацию после интервью? На самом деле чуть больше. Ну, то есть, конечно, в разных сферах по-разному, но как бы техническое интервью уже заранее включает со стороны клиента список вопросов, которые технари написали и которые будут тебе задаваться.
Либо же бывают, когда технари приглашаются прямо на митинг и общаются технари с технарями. Клиент старается не прогадать с точки зрения компетентности. Именно поэтому задаются достаточно сложные вопросы, которые требуют комплексного ответа. И чаще всего, по моему опыту, задаются вопросы, на которые клиент уже сам знает ответ. То есть, например, он тебя спрашивает, допустим, там, как нам решить такую проблему, у него уже в голове есть какое-то видение. Он хочет, чтобы ты сказал то, что у него в голове. И тогда ваше мнение заматчится, и вы будете лучшими друзьями до конца жизни. Поэтому отвечать лучше как раз стандартными техниками. То есть, например, допустим, окей, как решить проблему? Ты говоришь, ну, смотрите, есть стандартный способ решения. Вот в таких стандартах описаны такие подходы, есть вот такие, вот такие. Я считаю, вот это эффективнее, чем это, потому что вот такие параметры у него выше, чем вот это. Здесь больше рисков, это дешевле. То есть ты ответил, ну, нельзя сказать, что ответил неправильно. Почему? Потому что ты сказал стандартный способ решения, и при клиенту сразу ты их оценил. Это тебе больше подойдет, это меньше. То есть ты не прав, де-факто. Даже если твое мнение отличается от мнения заказчика, он уже видит, что по-любому назвал стандартные способы, один из них замачился, потому что, ну, скорее всего, точно. Вот, поэтому я думаю, что это как бы нормально. Странно понять потребности клиента, да. Поэтому нужен дополнительный митинг после технического интервью. После технического интервью можно показать клиенту свои assumptions, то есть, ага, мы как компания прошли этот техмитинг, и теперь мы думаем, что тебе нужно вот это, вот это, вот это. У тебя вот такие вот челленджи, вот такие вот как бы проблемы, такие риски, и вот мы думаем, что тебе подойдет вот это. Мы правильно тебя поняли? А давай встретимся, обсудим. Все. Следующий митинг с бизнесом, вы уже по факту каждый пункт как бы обрабатываете, и получается уже как бы нормальное понимание. То есть дополнительный митинг нужен, и презентация тоже нужна. Да. Спасибо большое. Я думаю, если у кого-то появятся еще вопросы, то можно их писать в Discord. Антон там активно отвечает вообще на все вопросы. Спасибо большое. Еще раз повторюсь, очень классная презентация, очень классный доклад. Хорошо, спасибо большое всем. Я рад быть здесь. Sorry, что чуть затянул, но меня как бы понесло и все. Вот. Поэтому всем спасибо. Обращайтесь, пишите, если что. Звоните. Всем хорошего вечера и отличного доклада. Всем пока. Спасибо, Антон. Спасибо большое, что подготовили очень классный доклад. Участники в восторге. Алексей, спасибо, что были таким классным модератором сегодня с нами почти весь эфир. Спасибо за такую помощь тоже в конференции.